Ремонт трассы М7 в черте Покрова выполнен на 60%. На участке с 99 по 101 километр уже завершен ремонт левой части дороги. Дорожники полностью заменили покрытие на износостойкое. Завершается планировка откосов и обочин. Также ведется установка освещения. В этом году основные работы направлены на то, чтобы сделать петлю разворота на 101 километре. Развязка очень необходима автобусам, выезжающим с автостанции. Уже с завтрашнего дня можно ездить по отремонтированной части дороги. Но ограничение скорости также сохранится 50 км в час, поскольку ремонтные работы продолжатся на правой стороне. До конца года дорожники поставят на разделительной полосе барьерное ограждение для предотвращения лобовых автомобильных столкновений, установят автобусные павильоны и нанесут разметку из термопластика. Прятал наркотики в автомобильные щетки. Будут судить за хранение наркотических средств. Наркотики 39-летний мужчина приобрел через тайники закладки в соседнем регионе. Свертки с героином и метадоном были обнаружены у подозреваемого в куртке, сумке и рукоятке автомобильной щетки. За приобретение и хранение наркотиков ему светит до 10 лет лишения свободы. Поедут на Паралимпийские игры в Токио. Лакинская спортсменка Вера Муратова в составе сборной России завоевала бронзу на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Вера выступала в весовой категории до 86 килограммов. Ее результат составил 143 килограмма. Вместе с Муратовой Владимирскую область представляли Анастасия Мамадамирова и Надежда Сычева. Девушки выступали в весовой категории до 59 и до 73 килограммов и заняли 6-е и 7-е место. По итогам соревнований все три спортсменки отобрались на Паралимпиаду, которая пройдет в Токио в 2020 году. Арт-субботник Удета Ю расчистит территорию, установить лавочки и посадить кустарники. Всех желающих приглашают облагородить заброшенную зеленую зону, которая находится недалеко от центра города. Жители уже поднимали вопрос о благоустройстве этого парка на городском субботнике, а теперь решили взять инициативу в свои руки. После субботника всех ждет док-шоу. Дрессированные собаки покажут различные трюки и даже станцуют.